Приветствуем всех на нашем канале. И сегодня мы хотим поделиться с вами одним из вариантов, как можно переработать богатый урожай, полученный в этом году на винограднике. Сейчас активно снимается виноград и идет в техническую сушку на изюм. Вот такой принцип действия данной домашней сушилки. Совершенно простая конструкция. По принципу фена работает. Установлен нагревательный элемент, который работает от электросети. И вентилятор, который гоняет теплый воздух по корзине. Заложены были 6 часов назад темно окрашенные бессемянные сорта кишмиш. И вот такой вид они имеют спустя 6 часов сушки. Как мы его подготавливаем? Снимаем ягоду с гроздей, омываем холодной водой и небольшими порциями в дуршлаге бланшируем в кипятке. Достаточно бланшировать по 3-4 секунды 2-3 раза, в зависимости от размера ягод. Не допускайте в этот момент растрескивания ягод. Кюветы наполнены данными ягодами. Перед этим их нужно охладить в холодной воде, естественно, и укладываются с определенными промежутками. Кювет может быть в данной сушилке до 10. Обычно мы укладываем ягоду на сушку на ночь. И, в принципе, к утру уже есть определенный результат. Вот так выглядят ягоды. В принципе, еще 2 часа, плюс дополнительно поменяем корзины местами. Нижние поставим вверх, верхние опустим вниз для равномерного прогрева. В итоге изюм складываем в стерилизованные стеклянные банки на хранение. И закупориваем крышкой, ставим в темное место. Первую неделю рекомендуется контролировать запах и цвет изюма при хранении. В последующем хранится без проблем. Вот такой несложный вариант сушки можно предусмотреть для винограда. Для того, чтобы быть со своим сладким изюмом на зиму. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях. С вами садовый канал сад.бел. Доброй ночи всем.